Короче, нам повезло, мы берем интервью у Алексеева. Никита, добрый день. Расскажите, волновались ли вы перед выступлением? Давай, три, два. Расскажите, Никита, волновались ли вы перед выступлением? Мы еще не договорили. Ожидали ли вы свою победу? Ну, в любом случае, желаем вам успехов, победы на Евровидении. Удачи, спасибо за интервью. Я взял интервью Алексеева. Валим отсюда, мать. Потому что сейчас... Мне сейчас такое интервью сделают. Потом я продаю, не знаю. Пошли, меня с него. Ты сняла его? Я не пережу, если ты скажешь, что ты не сняла ничего. И хрен не светить этой херней в лицо, блин, я уже не вижу ничего.